Есть добрый человек, хорошая душа, милый собеседник, хороший сотрудник. Очень много положительных эмоций вызывает. Это один из единственных наших сотрудников, турков. 16 февраля. Мимен, я тебя поздравляю с днем рождения. Будь жив, здоров, счастлив, чтобы твои молитвы были приняты, чтобы ты был хаджи, и с сыном съездил, и с дочкой, чтобы все у тебя было замечательно, чтобы жена радовала, работы много было. Ты хороший человек, заслуживаешь этого всего. Хорошего дня, 16 февраля.